Всем привет, ребята, с вами Кин. Мы находимся в Катовице. Сегодня проходил матч. Мы играли против команды Копенгаген Флеймс. Правильно назвал? Да. Знаешь, что за команда? Кто там играет в команде? Нет, вообще не знаю. Но я знаю, что это молодые датские стрелки. Да, молодая команда. Да, очень хорошо играют они. На мажоре очень круто выступали. Но им не повезло, они встретились с нами. Да. Не повезло, не фартануло. И сегодня у меня в гостях герой этого матча. Человек, который сделал 3 эйса и сыграл минус 3. Объясни, пожалуйста. У меня на Инферно не пошло. А, я на Вертиго, да, 2 эйса сделал? Ты на Вертиго сделал? Не, ну на Вертиго более-менее, на Инферно мне так не везло, на самом деле. Из-за теров, из-за КТ мне на самом деле очень не везло, поэтому все эти минусы. Ну, мне пофиг. Мы выиграли игру, это главное. Ну да. Помнишь, мы делали обзоры на матчи на мажоре? Нет. Тот же самый. У меня же память плохая. Да. Такая же фигня, да. Не расстраивайся. Помни, конечно, для этого. Ну все. Я тебе буду показывать моменты, ты будешь комментировать, да, что пошло не так, да, почему, как, что, с кем. Ты готов? Да. Уф. Второй эйс, да? Это твой, да, второй эйс. Тут я ору, оставьте, дайте эйс. Вот так. А почему ты не перезарядился? Ну, потому что он в любой момент может пикнуть. Вот так я даю первый хае. Женя, смотри, меня сейчас дропнет второй хае. Он такой, на еще хае, Женя. Женя говорит, на еще хае, понял. Я даю второй хае. А что тебе этот, Женя еще не скинул, Коль? Это вообще имба была бы. Да нормально, я же все вспомнил. Это Жека говорит, типа, перезарядись, мы не выиграем. Я такой, да все, не понизь, да, я уберу. Просто смотрю, парада, ребята с Б вообще там не оттягиваются, они такие, а, он у вас, да? Да. Ну ладно, я подожду, пока Маркс его убьет. Я знал, что я его пристреляю. Был уверен прямо, но у него был дигл. Да, конечно, они же на этом, на, как это грамотно сказать, на, не понял, боятся меня. На очки. Ну, типа того, да. Я хотел так сказать, но подумал. Да, ты смотрел наш последний этот влог, видос? Там уже, вообще... Там, конечно, у нас нету границ уже. Это настоящий атлет, на самом деле. Да. Типа, он снял маску, а это медиа что-то не заметило, походу. Я очень сильно держусь, очень сильно. Если бы не этот контракт. Ну ладно, все. Хорошо, свои фантазии. Все, вот этот первый момент. Да. Ну, легкий момент. Ну, легкий сказать. Момент, да. Просто мне просто интересно стало, почему ты не перезарядился. А я потом понял, что ты именно хотел всю спайву. Да. Вот если бы я начал перезаряжаться, он бы убежал оттуда. Он побежал бы к Тиме, Тима бы его убил. А Жека его контролировал. Он просто. Нет, Жека вот так вот в казу цементом стоял. Он просто по ногам стрелял бы. Нет. И все, типа, назад, и все. Сейчас я своего берсерка вытащу и все. Бесплатная ставка 2000 рублей всем новым игрокам. В отличие от многих других предложений конкурентов, получить свою бесплатную ставку 2000 рублей вы можете без дополнительных условий. А если ваш фрибет принес вам выигрыш, вы сразу можете его вывести, обналичить выигрыш. Это они Тиму поймали на Б? Я не знаю, Джейм поймал таймик какой-то? А, это будет стяжка, да, на Б побежать? Да. Вот видишь, вот в этот момент. А? Я ж не знаю это. А чё? Из рекаши получилось 3. А что это такое? А я не видел этот момент. Уже есть. Что-то я не понял. Ну, это надо у Жеки спрашивать. Но мы выиграли, да, этот раунд? Да, этот, кикер развел. Что он делал? Он с АВП пошел к щиткам. И пошли размены, и Леха с ним по разам остался и убил его. Да, напомню. Да, вот. Сегодня Леха прям все клатчи забирал. Ну, важно, да. Да. Давай еще раз посмотрим мне. Потому что ты что-то посмотрел, ты удивился. Ну, типа, я не знаю, тут инфа была, что один подай, я одного убью точно. И он, и Жека будет что-то говорить. Мне кажется, из-за того, что он начал говорить информацию, что он, типа, это бестяжка, там и так далее, он немного фокус потерял. Еще вот так, он как-то вот так странно прочекал, и он думал, что он его увидел, да? Да. А этот думал, что это тер бежит, правильно? А, так, а, может быть, Жека думал, что, типа, его спалили, и он думал, что это А. Угу. И он думал, сейчас на Б убегу, я пойду на Ашку, понял? А что делал Тер вообще в этот момент? Он вообще, конечно, не понимал, что происходит, да? А на он, стрессе наверное, был? Не, он, я думаю, не заметил. Угу. Не заметил его изначально. Потом бежит такой, Жека на этом, на мусорке сидит. Да. Первую сторону вы закончили со счетом 12-3. Да? Да. Да. Я не помню. Забрали первый раунд. Да. И отдали форс. Я считаю, там ошибка Жени была. Да? Да. Там было очевидно, что будет флеш.
Я еще видел ее, я говорю, Флэш. А Женя, Женя вот так вот. Пацаны, ключу упали куда-то. А вам не кажется, что вы очень долго стояли на рампах? Там вы же понимали, что они что-то будут делать? Потому что они откинули вам смоки? Ну, мы думали, мы их убьем, но, типа, там на самом деле надо было просто дать молик цемент, дать дым право сбежать просто. А у вас был молик на цемент? Да, у Жеки был. Жека вот так вот. Молик на цемент... Я не дам, наверное. Пофиг. Вот так вот. А там на цементе как раз лучше. Ну да, потом они начали потихоньку камбэчить. Ну, по экономике они выровнялись, ну, почувствовали, да, что да. они могут, а потом вы их осадили. Да. Когда Леха... Леха энтри дал, наверное. Энтри дал, да. потом пошел в рукав, еще одного убил, и у него закончились, он забыл перезарядиться. Он и потом я убил, да? Да, потом ты убил. Не то, что убил, уничтожил. Сделал я два из... Я не использую такие слова, так как... Ну, все такое. Да. Забрал раунд. Я вежливый. Ты забрал раунд, молодец. Хорошо. Вертигу выиграли. Следующая карта, это Инферно. Это наш пик. Да. Тут какая-то плохая инфа была. Я не знаю, от чего. А типа, чего, да, я на Б стоял, я на Б ничего не видел. Я сказал, что двое там всего. Один флешку давал, второй прочекал. И я думал, мои будут от А стоять. Но в конце концов они почему-то на Б прибежали. Ну и то я запушил нормально. Но мы чуть-чуть не успели. Нет, я считаю... Какой-то затуп со стороны А. Но я не прям уверен, какие у них экраны были, поэтому. Ну ты им инфу говорил, что у вас, ну, у тебя там чисто. Да, я говорил, что мы только двое у меня на банане. Ну да, потому что-то вы стакнули, пошли. Почти ретейкнули. Ну почти, да, это потому что в конце еще остался джейм. Да, один. Ну у того 100 хп было. Ну в голову попал бы. Да, и все. Скажи, халява же была? Да нет, индивидуальный скилл просто высокий. Я даже не сомневаюсь, что ты думаешь, я типа хочу тебе сказать, да ладно, серьезно. Я думал, ты думал, ты как-то подшутишь. А почему ты решил запушить? Потому что вас стоят, ну, вы тебя стакнули, и ты только думаешь, нужна инфа. Не. Просто хотел. Просто захотелось, да? Просто хотел. Я понимал, что типа они скаут боятся. Вот смотри, Жека спалился с скаутом. Я понимал, что они боятся скаутом, что-то думают. Идеально сложилось, не? Да. Все как у меня было и в голове. Ну вот это, конечно, шайтанка залетела по типу там. Это что за... Тут я такой, смотри. Я такой так понимаю. Женя подбирает АК, понял? Я такой, дай мне АК. Он побежал в яму последнюю. За эйсом, да? Да. И пацаны тоже не бежали. Но они хотели отдать тебе, правильно? Ну да, я такой, типа, все. Жень, дай АК, я за эйсом. Я бегу по банану, Жека такой, Марк, ты с каких убил? Четверых? И я спрею, понял уже, да, четверых. Я уже спрею пятого. Все, что у нас дальше? Я хотел у тебя спросить. Гамбит, НИП. Кто из них выиграет? Я думаю, гамбитов выиграют. И будем... Будет опять очередная заруба против гамбитов. СНГ, да. Как обычно, да, в принципе. В прошлый раз мы у них выиграли, но они хорошо играют. С ними всегда плотные игры, поэтому будет хорошо. А если НИПы выиграют? Ну, НИПы, наверное, проще будут для нас, чем гамбит. Что, может, что-нибудь хочешь сказать нашим фанатам? Спасибо большое, что смотрите, наблюдаете, болеете. Это очень круто, и я рад быть частью Virtus.pro. Попроси еще, пожалуйста, своих фанатов, что они мне тоже писали. Не хватает мне любви. Где же много девчонок? Пишите атлету, пожелайте ему скорого выздоровления, а то у него что-то с башкой. А так вообще, подписывайтесь на соцсети, на CSGO.VP, YouTube, контент. Да, золотые слова, брат. Да. Спасибо, что смотрите, поддерживаете нас. Это все хихи, ха-ха, но самая главная цель — это победить на этом турнире, и мы это сделаем. Все, вперед, Virtus.pro. В смысле проблемы с головой, ты что-то попутаешь?